Друзья, всем привет! Приветствую на канале Алекс Аверс. Сегодня у меня в обзоре замечательная медаль. Она называется «За оборону Кавказа», друзья. Это медаль из латуни. Она выполнена из правильного круга отчеканена. Имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. Коротко пройдусь по описанию. На лицевой стороне изображен Эльбрус. В нижней части у подножия горы изображены нефтяные вышки. Перед ними на фоне изображены танки. На них, ну, опять же, изображены солдаты с ружьями. Это видно хорошо. В верхней части по окружности надпись «За оборону Кавказа». И в нижней части СССР и герб, ну, символ СССР, серп и молот. С обратной части надпись «За нашу советскую родину». Что хотелось бы сказать о медали? Всего по состоянию на 1985 год было выдано 870 тысяч награждений. А учреждена она была 1 мая 1944 года. Выдавалось всем участникам, которые принимали участие в обороне Кавказа. Это военнослужащие Красной Армии, военно-морского флота, войска НКВД, а также лица гражданского населения, которые принимали непосредственное участие в обороне того самого Кавказа. Медаль «За оборону Кавказа» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «За оборону Киева». Друзья, вот такая медаль в обзоре. Она имеет красивую лиловую муаровую ленту на латунной колодке. Она закреплена. Это военкоматовское награждение, потому что идеальное состояние и ухо немножко по-другому крепится, ну, то есть припаяно. Такая замечательная медаль в обзоре. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии ваши, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, что хотелось бы увидеть. Потому что, ну, у меня есть разные предметы, стараюсь показывать на свое усмотрение. Но когда мне пишут, хотелось бы увидеть это в обзоре, я обязательно выполняю просьбу и делаю обзор по заявкам зрителей и подписчиков, друзья. Поэтому до новых встреч на канале Алекс Аверс. Покажу с обратной стороны колодочку. Всем пока. До новых встреч.